Понял. Эрдру, Солчата, ты в РК уже? Здорово, мужчина. Здорово. Привет. А, ну не только мужчина, значит. Слишком громко. Извиняюсь. За сексизм. Это да. Надумано. Оливер, это ты, да? Да. Ты на мы сегодня с тобой этот убивали уже. Кого? Ну, в этой 10 хм. Как дверем раздуплотитель гелия, когда ну, нормально дамажил за комбата. Понравилось. Циферки, циферки. Что-то зависло все. Горите в огне хозяина!
Оливер, а ты с кнутами ходишь? Ну, бывает в Рестерок. Да это там, они же, когда рейды собирают, типа, солчата там больше половины. Ну, блядь, не заебывают они, как свиньи себя ведут. Как значит? Уже недели две или три не ходил, наверное. Чё значит, как свиньи, как это? Ну, ебать, допустим, они немного не так, как... Что это значит, как свиньи? Ну, это значит, что если они делают по тактике немного не так, как у нас, допустим, у цыганей, то... Блять, надо обязательно человека отхуесосить и не объяснить ему русским языком, что от него требуется. Надо всем рейдом сорваться и начинать пиздеть. Вот как они делают. Ну, короче, это вот членами меряются, пацаны. Где круто? Да, да. Так, давай, Ваня, ты босс Джерилл, первую копию, Вуди вторую. Слышно меня? Угу. Ваня, ты тут? Опулить все? Да, начинай. Меня не слышно. Меня, наверное, лагает. Да нет, нормально. Тебя слышно? Ну, что-то... призы. Это нормально? Да слышно, это нормально. Ну, тут один человек написал. Сказал, что его зовут Вася Пупкин. Хочет нам деньги. Это тролль какой-то. Что, просто дурачок? Ну, Биар Мидар. Я его взял в гильдию и сказал, как тебя зовут для заметки. Он написал Вася Пупкин. Я спросил его, что? Он ответил, припоминает. А есть же такая русская фамилия, не? Давай, Вуди, Саку сейчас прожмешь. Вот там Дэрис. Ты умер от того, что стоял возле Болтара, когда он использовал свой вихрь клинков. Ша, выйди где, Лорд, сейчас вести буду. Представь, у нас они троллят, а его так и зовут. Сейчас я переключу инет. Но вы... Держи, Ваня, ассиста. И Вуди, чекните, без меня начнете, пока я интернет переключу. Паладин, первая пати, где ты там покажешь? Тут? Да, там какие-то бафы минимальные, каскулап, просто баф тут такое. Я на боссе, два только по бокам. Вроде все готовы, давайте подавим. Чё там не танчится? Джерил. А вы чё, босса бить начали? Чё не сказали ничего? Джерил, целкан. Yeah.
на лифтстаме уже. Давайте, пишите там, пока в картонах вы себе кролик, в эту сторону подходите, чтобы кулбафы давать. Светуха за рак хилит, да? Сейчас посмотрим, напишу спеки, пусть Вовку развернул. Ну, давайте, кто там второй танк? Кеншин. Ну давай тогда, Кеншин, свет, пол-литра, тьму будет танчить. Мелкий трэш на Демон Райзера, на пули в эти. Четвертая пати, кроме демона, остается добивать големов. Паладины там, первая пати, по фридомам сами разбирайтесь, кто какой дает и кто чем бьет. Кто мудрость и кто на свет. Ну, по хилам. Там Хазарак свету, с копалом остальные все во тьме. На третьей фазе все тупо дисперит. В ответ там или Старрер, или Голосдруп из дисперит. Так. Зарак, ты где? Свет хилишь? Ага. Не надо. Третью фазу свет никто не диспелит. Первую фазу свет диспелят хилы. А, тьму ты называл, ты диспелит, да? Да, или Старрер, или Голосдруп. Но третью, то есть это... Какой синоп диспелит? Ну, ты будешь диспелить. Хорошо. Так, четвертая пати. Не забываем, что остаемся добивать големов, кресты, бьем взрывом разума. Заходим за линию. А, Элджи, ты во тьме остаешься, у нас нету фурика. Повороте, Джерриум. Готов. А что, я свет там? Ну, да, потанчи свет. Тьму потанчу. Че, Ванёк, ты не хочешь потанчить свет? Ну ты ловишь. Это ж так круто, когда тебя хилит. Хилит. А, нормально. Нормальный чел хилит, да? Заходим за линию, Джерриум, начинай. В смысле, я танчу свет. Я Ваня начинает, да? Опа, уже привет. Где же все свои? Давайте приступав еще. Рамзе с Сандой встакаем раскол. РДД хилы, становимся в квадратик. Перед метеором милики отходят от фрейма босса, Сандой выноси метку. Хилы диспелят. Так, метеор, побежали. Смотрим лужи. Смотрим, как развивается лужа, потом бьем босса. Мэгонайзер метку выносим, морозим трэш. Поздно заморозили, ладно. Подводи трэш под квадрат. Так, метеор скоро. Числа выноси. Искус возвращается. Побежали метеор. Ну, что-то лагает. Смотрим, куда разливается лужа. Нормально разливается. Играем все в Халиона. Конскюрит метка, сам себя диспель. Так, на ДК заходит, после него заходит Виссерет. Пати остается добивать големов. Да. Рамзес вроде крикнул. 4 минуты. Кокосин на взрыв разума. Англа, выноси метку. Бьем кружочек все. Лезвие скоро. 2 секунды. Покажите, когда зайти, для нохи выноси метку. Заходите. Давайте заходим. Паладин, вот сейчас ты должен был дать фридом. Теперь я буду давать, потом ты.
Так, по инерам. Давай, конскрюй, ты Хазараку залей. Я длинноухом фламбовую на семетку. Гани нету. А он там маленький стал и быстро бегал, я не мог тыкнуть по нему. Фреймы надо выиграть. Наносирует фреймы. Господи. Понятно, как вы играете. МЗС вы на семейку. Амдерис, давай длань свободы на РМЗС. Надо еще быстрее давать. На полсекунды. 52, да. На полсекунды раньше, давай длань. 51. Так, сейчас не выходим в свет, ждем метки. Фламбовый на семетку. Все, теперь выходим. Опять не было длани. Давайте в квадрат встали. Фламбовый, выходи. Давай, рост. Так, назад метку выноси, сам себя диспель. Класс говорит, выноси метку, сам себя диспель. Отошли от фрейма босса, Халёна, сейчас метеор будет. Так, метеор, побежали. Вот мед даем рост, в свету бьем большого голема, мелкий трэш. Следим за тем, как разливается лужа. Лужа разливается, смотрим. Так, Хазрак, выноси метку. Давай я здесь, ну ладно. Чуть-чуть дальше отведи трэш, наверное. Нормально. Давайте добиваем большого голема, потом помогаем бить мелкий трэш, потом Халёна. Пустые маги дотаем Халёна. Так, Хазрак опять метка, давай Геру во тьме, LG выноси метку. Прохиль Хазрака, отошли от фрейма босса, сейчас будет метеор. Так, метеор, побежали. Так, застанила Халёна, все это не бить, ждем, как лужи разливаются. Нормально, Хазрак опять метка. Играем большого голема. Все в большого голема. Хазрак и хиль. Но упал. Почему? Потому что половину у вас долбою. Что он сказал? Там походу лужа залила всех, посмотри. А, нет. Не думаю, отказался. Потому что половина у вас. Половина. Ага. Надо вперед было, бежать там место было. Да было, это было. Скажи, кто выносил метку? Половина у вас, Ретрик, Амдерис. Сутерепа. Дисплейлил неправильно. Погнали еще раз. Ну, теоретически возможно давать фридом без фрейма. Фокусу можно давать. Или по маус-оверу можно давать. Я всегда даю так без фрейма. Но этот фламбо маленький, сука, еще со скоростью я просто не мог. У тебя тогда должны быть включены фреймы, которые хп показывают. Ctrl-V нажми. Тогда будешь выбирать легко все. Короче, просто приз промахнулся с диспелом. Куда бывает. Если бы я сейчас там был, ходу пристом, блядь, не знаю, чем мне вулкан бы взорвался. Сколько есть видов медок в этом? Две? Три. До лезвий, после лезвий и во время лезвий. Ну, во время это в начале лезвия. То есть начинается у лезвия кидаться метка сразу. Что, Амдерис плохо выносит метки? Я не видел. Да никто не видел. Давайте, паф. Зара готов. Заходим за линию. Ваня, начинай. Этот мир соскользнул со скалы. Вам выпала честь. После
Конечно. Хилы будете исправить? Бежали. Смотрим, да, падает лужа. Четвертой пати будете бить кружок после первой фазы. Не двух мобов одновременно, а кружок. Рэпа. Звонит метеор, побежим. На танке метеор, смещайтесь. Разгони кеншин. Террера подкинем щиток, правильно. Играем Халюона. Разгрыт на Семеку. Теперь закончится первая фаза. Вы заходите в портал так, как заходили с самого начала. БДК, заходи. Рейд, заходим с квадрата. Видите, где квадрат стоит? С квадрата заходим. Четвертая пати бьет кружок. Я забыл прожать звездопад. Это вторая пометка. Обнови взрыв разума. Вам равно. Блин, паладин. Заходите. Истекающе. Заходим. Стали в квадрат. Так, Иннер Хазарату залить. Conscript will magic. Фламба длинноухому. Схватывай на семетку, сейчас лезвие. Смотри. Но не туда вынес, повезло. Там что, один хил вылетел, что как рейд по смерти. Да, рейд хуйня вообще. Я тоже заметил, сватал на семерку. Хазрак не хилит, он что-то походу вылетел. 52. Да, видео. Длинноухий, выйдешь в свет вдвоем, похилите. Посмотрим, как получится. Раздурит на семетку. Свет, выходим. Ну ладно, давайте упадем. Хазарак что-то вылетел. Нички у нас крайне удачные. Из-за именно это. Паладин, другой-то шаман тоже как-то специфически хилит. В общем, счетом никак. Сколько еще таких героев? Сколько... Это было просто так, проверка. Сколько еще таких героев? Все равно бы не убили. Сколько еще таких героев? Что случилось с тьмой на первом трае? Кстати, рэпа не ту кнопку нажал. Так можно ХПС хорошо апнуть. Есть у кого это? Мамонт на Акачим. Позрак залагает уже. Андерис, ты фридом туда не по себе, а по цели, которую тьмой выносит. Тьмой. Проклятие, да. Надо сначала выделить таргет. Потом давать длани, а не наоборот. Хватит фулбаф. Хазарак, ты развис уже?
Я не знаю, если повезет, то все будет окей. Ну, я могу на шамана зайти, если надо. Давай попытаем удачу. Можно просто его во тьму поставить. Ну, во тьме лезвие, блин. Так, хуже. Хал готов? Шаман. Все готовы, начинай. Так, Рамзе с Ангриф, прожимали эту штуку? Смотри, смотри, сейчас только прижал. Блин, тогда что агрит? Это неистовство агрит. Отошли от босса. Все, теперь побежали. Там новая инфа прошла, что босс не агрится, если прожимать прожимки подальше от босса. Барная заметка, морозить трэш. Ну, поздно уже морозить что-либо. Все зависли. Нет. Мне не нравится что-то этот интернет. Ты завис? Да. Становимся в квадрат, поворотим на семетку. Сейчас будет метеор. Забежали. Так, морозим. Опять демарат. Маги морозим трэш. Алена играем. Не забудь крип на хп. Так, рейд зашли. Четвертая пати, играем в кружок. Взрыв разума. Вставай. Инер по себе, дайте каск, крест под рюду, дай и пристабав. Скажите, когда ему зайти. И интеллект еще бафните. Четыре проседает вообще. То есть. Друид умер, я его реснул. Когда зайти друиду? Все. Заходи. Как он умер? Кто, все живы вроде? Ну, видишь ты. Можно заходить уже? Да, 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 можно. Можно. Ходим. Друид умер, я его поднял. Зашел. Лезвие с меткой. Смотрим, как рога выносит метку. Так надо наносить. Так. Конскюрит, фламба, инер, динаухому. Косина метка. Так, лезвие. Сколько процентов? 3%. 52. Сойдет. Сейчас будет переходка. Вернуть его на семетку. Так, сразу выходим. Встали в квадратик. Тотем обнови. Может чуть-чуть отвернуть от рейда. Так, давай рост в свету, Хазарак. Я дам. Встали. Квадратик встали. Числа его на семетку. Диспейлю. Так, смотрим метеор. Так, метеор. На метеор на танке в квадрат смещайтесь. Лаздрует вы на семетку, во тьме даем рост. Смотрим, куда разливаются лужи, потом играем большого голема. Так, фламба, вы на семетку. Все большого голема сыграли. Англи, вы на семетку. Алена, что пока не... Бьем Алену, деморнайзер, вы на семетку.
Кидаемся квадратик. Рога, сместись этот квадрат. Так, побежали. Метеор. Сатрера на семетку. Алена, Ситунь, не бить. О, отошли от лужи. Давай Сакру, Микролабик. Нет, не сюда выноси, подальше от рейда. Всех откинет. Так, играем большого голема. Отводи дальше трэш. Конскюрит подымай, фламба. Повороте СС накалка. Лизни тотем, выноси метку. Встали в квадратик. Побежали метеор. Надо капля. Кокосина, бей взрывом разума. Рейд просел по мане. Числа его на семетку. Играем все в большого голема. Давай, Хазарак, ставь тотем на ману. Кокосина, гим на ману. Пой. Поставил. Все большого голема сыграли. Сейчас будет иннер. Кокосина, вы на семетку. Сам себе диспель. Стали в квадратик. Подальше от фрейма, сейчас будет метеор. На танке метеор, смещайтесь. Смещайтесь в квадрат. Смотрим, куда лужи падают. Лужа разливается нормально. Большого голема играем. Смотрю, вы на семетку. Ой, это на семетку. Халена, свету не бить. Бьем только трэш. Фламбу поднимай, свата. LG, вы на семетку. Так, крестобаф, лапу, интеллект, дали каски попавшим, по магу, по друиду, ангел, выноси метку. Так, играем в Халиона, диспелю, стали в квадратик. Так, скорее всего последний метеор, будем добивать трэш, потом босса. Рамзес, выноси метку, Халиона, свету не бить, ждем 60 и добиваем, стали в квадратик. Смотри, Халиона, как надо действовать. Зрак, выноси метку. Кокосина, давай дим на отхил, играйте в большого голема. Сват, я могу объяснить, почему ты падаешь. Может, ты не обновляешь бомбу на Халионе, но взрывается агитрэш. Зрак, снова метка. Добиваем Халиона просто. Все. Вот. Так надо было обновлять, наверное, бомбу. Это твоя вина, а не танка. А танк-то здесь при чем? Что там, друлька, ну ходите, вели 90 ЦЛК, а когда 25-ки, рески, там, вот, да, нормальные игроки, так что если хотите, заходите, примите. Так. Повезло, что еще шаман не залагал. Так, Smart Q, молодец. Кал, тебе надо? Ботинки. Подожди, ой, блин.